Мы находимся в Зимбабве. Сегодня предпоследний вечер нашего пребывания здесь в Зимбабве. И... Доброе утро. Вот мы доехали к нашему месту провождения лекции. Сегодня у нас последний день обучения в Зимбабве. Today is the last day we're here, and we want to say that it was a great privilege and honor for us to be with you, and we appreciate you for coming. Я хочу сказать, что я был удивлен многим моментом в самом обучении. Первое — это организованность наших студентов. Они приехали сюда с разных мест, проживали практически 2 недели здесь, подготавливались, они читали, делали все свои обязательства. Посмотрите, они все свои записи, все свои Библии, все с собой, все как нужно, пишут, каждый запись делают. Сейчас, после того, как я отучу, они должны будут написать по две работы по каждому именно уроку и 4-5 страниц читать, потом делать обучение для своих служителей или общения. И я прошу, чтобы они были очень аккуратны. И это очень-очень важно. Я знаю, что для них это обучение серьезное, и я верю, что это принесет много плода. В этот раз мы, это первый раз, как бы мы преподаем именно так долго и разные курсы, поэтому верю, что, приехав сюда в следующий раз, мы увидим более успешных, более образованных и стремительных студентов. Мы очень благодарны Богу за то, что Он дал нам возможность приехать сюда и обучать Лэмбо. Таня хотела сделать интервью. Что она много узнала здесь? Ну? Очень много узнала. Очень. Все часы, 2 недели писала она, вместе с ними. Да, она изучала. Убедилась в том, что то, что ты учил, и они легко учились. Вот и я училась. Ну, что можно еще сказать? Тут, видите, у нас для них это ворона, для нас это, не знаю, это ворона-сорока вместе с ним взятая кричит так страшно по вечерам. Ой, ужас. Танцует что-то там она? Ага. О. Что она делает? Танцы. Во медленно. Мы находимся в Зимбабве. Сегодня предпоследний вечер нашего пребывания здесь в Зимбабве. И... Доброе утро. Вот мы доехали к нашему месту